Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Именитый кутюрье Валентин Юдашкин никогда не скрывал своих еврейских корней, поэтому создание им коллекции люксовой иудаики кажется логичным. Корреспондент Дни.ру встретился с модельером. Дизайнерские экипы из кожи и денима, с шитьем и с серебряными звездами Давида, в таких хоть в синагогу, хоть в свет. А еще очаровательные стаканы для кидуши, еврейского обряда освящения, который совершается перед вечерними и утренними трапезами шаббата и праздников. Коллекция получилась впечатляющая. Оценить эту красоту собрались самые известные в России сыны и дочери Израилевы, раввины, банкиры, предприниматели, с пейсами и бородами, в широкополых шляпах и традиционных ярмолках. Публика была элитная. Отец модельера, Абрам Иосифович Юдашкин, работавший полировщиком в издательстве, о подобном обществе у сына, наверное, и мечтать не мог. Все кошерное, конечно, даже не сомневайтесь. Суетилась жена виновника торжества Марина Юдашкина, угощая гостей шампанским и десертами. Сам Валентин Абрамович почти не общался с гостями, говорит шепотом и явно с трудом, хотя и ослепительно улыбается. Он похудел и стал похож на подростка, а ведь ему 55 лет. Возможно, причина в онкологическом заболевании модельера, о котором стало известно недавно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!